Вот как на самом деле видит новорожденный ребенок в первый год своей жизни. Когда рождается новая жизнь, так любопытно за ней наблюдать. Необычные звуки, неконтролируемые жесты, первые эмоции. Каждый родитель мечтает понять, как же все это работает. Но этот вопрос остается открытым, и никому пока не удалось до конца выяснить, что же творится в голове у их новорожденных детей. Мы решили приоткрыть завесу и выяснить, как и что видит младенец в первый год своей жизни. И в этом нам поможет исследование хирурга-консультанта офтальмологической клиники Лондона. Доктор разработал изображение того, как дети учатся видеть мир вокруг них каждый месяц в течение первого года жизни. Вот так видит ребенок сразу же после рождения. А вот так расширяется диапазон видимости в течение первых месяцев жизни. Мозг новорожденного только начинает привыкать к обработке новой информации. Распознавать лица родителей ребенок начинает только спустя 3 месяца после рождения. Сначала ребенок начинает распознавать красные и желтые цвета. Если у младенца нет никаких отклонений, его зрение будет развиваться достаточно активно и стабильно. Далее ребенок активно продолжает различать все остальные цвета. Ну а вот как видит ребенок, когда ему исполняется год. Ну что, ты под таким же сильным впечатлением, как и я? Теперь так интересно станет наблюдать за тем, как новорожденные впервые фокусируют взгляд на тебе и улыбаются, правда? Если это исследование понравилось тебе так же, как и мне, ставь лайк и делись им с друзьями.